Но для России, я думаю, что это, в принципе, полезно, эти санкции, потому что мы очень сильно зависим от импорта. Мы сидим на продовольственной импортной, на продовольственной игле сидим первое, мы на фармацевтической игле сидим. Поэтому нам на электронной игле сидим, нам абсолютно не надо быть зависимым от них. И вот эти санкции позволят нам более активно вводить импортозамещение в коренных, кардинальных отраслях национальной экономики России. Никому это не выгодно. Я считаю, что это просто игры такие, заигрывания, какие-то ухаживания, какие-то щипки, вот, и просто вот какие-то вот такие, ну, смешные моменты. Я надеюсь, что Запад успокоится, и его санкции по отношению к простым людям тоже как-то уже улягутся, и в конце концов мы приступим к хорошим отношениям, которые были у нас.